Продолжаем. Погнали дальше. Протозис, кристальный шар, почка белая. Все очень хорошо. Ну и хп, разумеется. И это еще X-элитаж. Окей, окей. Имбастар очередной. И еще хп. Помните забег, когда у меня было 8 хп на первом этаже? Я кристальный шар оставлю. Все-таки это и хп, это и карты, это и маппинг. Кристальный шанг the best. Шанг. Я сказал шанг. Шар. Это мне не понадобится. Это можно взять. Давай это тоже. А, блин, бомбы кончились, все. Что-то я не посмотрел, что у меня их мало. А где секрет? Там посмотрел, там посмотрел. Что, в этой комнате, что ли? Серьезно, вон там? Ну ладно. Кобальт, привет. Демишат. Рейнджап. Почечка. Гоу дальше. Второй Excel подряд. Ну ладно. Босс, кстати, очень близко. На Excel в такое не редкость. Амнезия. Я на карту даже не посмотрел. Блин. Ну ладно.
Чё там, кто там заказал? Окей. Окей. Можно до конца забега не поднимать вообще арку. Слушайте, отстаньте. Больно вообще-то. Ера. Будет артефакт шапка Иуды, и она будет давать один дамаг, но делать один хп. Ну если у тебя до этого было 0 хп, а она делает 1 хп, в принципе окей. Если она будет еще у дьявола появляться, то еще лучше. Это как духовая кошка, только без дополнительных жизней. Еще и дымышат. В принципе, почему бы и нет. Но, блин. В Айзеке и так демешапов просто жопой жуй. Отстойный магазин. Я не буду покупать двойные бомбы. А я же в двух золотых уже побывал, да? В одной скорпион, в другой и папка был. Да-да-да. Брэнк рун. Брэнк. Ладно, пошли к боссу. Думаю, на уровне уже ничего не осталось полезного. Эдрик, привет. Чистый дамаг или липкие выстрелы? Не, липкие выстрелы вообще говно. Как таковое.
принципе, я на босс-раш успеваю. Так что давайте телепорт оставим на случай, когда я успею туда и телепортнусь с него. Вот хэд можно найти в золотой комнате в гриде, да? Когда я пытался найти нож со старта и проверить миф о том, что не надо брать предметы, и тогда грид будет иметь меньше хп на финише, я пытался найти нож. И пока я его искал, мне трижды выпал Godhead в золотой. И дважды в магазине. Грид вообще странная вещь. Что там у нас? Это очень странный звук. Это очень странный звук. Это я просто соединил изначальный вход с микрофона с окончательным. Дважды. Соединил он. Ну да, соединил. Секундочку. Подождите. Я хочу посмотреть повтор. Сейчас я буду стримить самого себя. Офигеть. Я не знаю, как это получилось, но... Сейчас увидите. Смотрите. Вот сюда смотрите. Видите? Вы видите этого? Чадика, видите, да? Смотрите на Чадика. Внимательно смотрите на Чадика. Внимательно на него смотрите.
Очень внимательно смотрите на него. Чё за херня? Что за херня? Я раздвоился, кстати. Чё за херня? Он ниоткуда взялся, просто ниоткуда. Просто из ниоткуда. Здесь его нету справа, видите? Нету его здесь. Нету. А, белая почка. Ладно. Поднял кипиш. Это же белая почка, блин, я про нее забыл. Я здесь. Ну ладно. Блин. Ладно, облом, я думал, что игра сломалась. Ладно, отставить кипиш. То есть я подобрал черное сердце, и у меня почка сработала. Чё это за говно? Чё это за говно? Я, кстати, думал, что почка работает только на красные сердца. Я не думал, что она работает, когда поднимаешь черные или красные, ой, или синие. Ну ладно, теперь я знаю. Теперь я об этом знаю. Джокер, Джокер. Серьезно, два Джокера. Я здесь уже был. Почему они выпали сейчас? Привет, Годен, так. Пипец, у меня... темный бомж. Чат. И релик. Это буквально бесконечное ХП. Штевен. Еще больше дамага. Да-да-да, я Вайзика еще далеко не все знаю. Далеко не все. Тебя я возьму? Почему бы и нет? Например, вы знали, что если иметь темного бомжика и купить в магазине сердце с кредитной карты, бомжик будет тянуться за этим сердцем, но не сможет его подобрать.
Вчера только об этом узнал. Ау. Мамина коробка помимо тринкет увеличивает саты, если они даются от тринкета два раза. Удачу еще дает. Чем говно свистит? Ну, если бы говно пердело, было бы куда страннее. Так ведь? Нет, неправильно. Полезность не всех брюков. Только тех брюков, которые дают статы. Длинный червь, рог, рак. Что там еще? Что-то еще было. Если бы удваивались все возможные тринкеты, это было бы уже другое что-то. Почему цена не изменилась? Драго 937, спасибо за фол. Добро пожаловать. Пожалуй, тебя накормлю. А тебя взорву. А тебя убью. Погодите, у меня еще и черная почка была, что ли? А, в первой же сделке я... Да-да-да-да-да. Кто-то продает свои почки, а у меня они только прибавились. Две штуки в этом забеге. Little Brim появился сейчас. Диомера я не играл в эту игру. Это странное название у нее. Длинное. Блин. Отстойно.
Отстойно, что у меня Брим. Еще и перед Хашем. Если вы думали, что Брим это всегда хорошо, это не всегда хорошо. Нет, Айзек скоро выйдет. В течение месяца или двух будет АФБ плюс. На Паксе он недавно был. У меня донат машина-то не забита, надеюсь. А, забита уже. Печалька. Еще один Айзек нет. Всего лишь DLC. Причем Брим может стать уже, но не может стать шире. Это не очень. Из-за того, что у меня сейчас протозис, Брим хорошо дамажит только вблизи. А вдали он дамажит так себе. Видите, как сужается. Если бы я видел, что там Брим, я бы его не взял. Если взять уголь. А, ну да. Окей. Ну, ладно, расширяться он умеет. Но какого фига он не шире, когда с протозисом вот это вот? Не очень. То есть протозис ведь увеличивает слезы, когда они только-только вылетают. А вот Брим, он наоборот, как будто. Как будто как уголь. Сначала стандартный, а потом уменьшается. По идее, должно быть больше. Двадцать Брим шире. Не, ну это бред вообще. 20-20 делает два Брима. А отдельные Бримы шире не становятся. У меня еще и Серафим появился. Я его только сейчас заметил. А он появился-то недавно. После Лидо Брима. Да, уже с двумя почками. Довольно забавно получается. В течение забега бэбики появляются из ниоткуда. Один за другим. Пойти ли мне на Стена? У меня нету дохлой кошки. Задамажусь
буду умирать. Не, нафиг. Планету? С протозисом? Нет, спасибо. Окей, теперь можно спокойно идти обосить комнату. Потому что хп много. Погнали обудить. У меня в этом забеге вообще спидапы были. Что-то я медленно. Окей, у меня два релика. Впрочем, ничего нового. Holy Light, который не работает с Бримстоуном. Спасибо, игра. От души. Редзел. Curse of the Blind. О, магнит. Осталось все найти. Давайте Crack the Sky с собой возьмем. О, ангелочек появился. Пипец, у меня хп падает. Просто жесть. Два релика. Сдох, парень.
Диди. 188. 0. Шикарно.